Больше 20 лет Ирина Маркевич в буквальном смысле больна необычным увлечением. Сотрудница областного краеведческого музея собирает проездные билеты. За эти годы через ее руки их прошло более сотни. У нас в музее люди любят коллекционировать какие-то предметы. Вот я проездные билеты. Они мне нравятся по внешнему оформлению. Вот, очень удобны в использовании. Конкурс на то, чтобы можно выиграть проездной билет на следующий месяц. Была бы рада, но не знаю, как получится. Очередной модный четверг побрал в себя большое количество сюрпризов и подарков от нового участника проекта – троллейбусного парка. В 2016-м предприятию исполняется 35 лет. В этой связи руководство и сотрудники троллейбусного парка подготовили подарки для своих самых преданных пассажиров, таких как Ирина Маркевич. В обмен на свою большую коллекцию они получили памятные сувениры. Наш гость – это троллейбусный парк. Во-первых, красивый юбилей, вот, а во-вторых, это одна из таких основополагающих структур, которая тоже является градообразующей в нашем городе в области транспорта. Небольшую прелюдию в музей дополнила настоящая экскурсия на троллейбусе по городу. Желающих попасть на модное мероприятие в этот раз было так много, что они с трудом уместились в двух транспортных средствах. Путешествие по городским улицам было не совсем обычным. На каждом остановочном пункте школьники в форме от троллейбусного парка раздавали листовки-памятки о том, что будет с пассажирами, не оплатившими проезд, а также дарили горожанам талоны. Есть мысли на будущее тоже еще поработать в этом направлении, скажем, и развивать это направление совместно с различными организациями, которые, в общем-то, приносят пользу обществу. Это посвящение, это та же история. Как известно, без истории не будет будущего. Экскурсионный маршрут растянулся на несколько десятков километров. И это, уверяют сотрудники троллейбусного парка, только часть транспортных коммуникаций в городе. Кроме того, участникам мероприятия была продемонстрирована и обновленная подстанция, подающая электроэнергию для передвижения троллейбусов по городу, и ее уникальное оборудование. Современный троллейбусный парк – это большое предприятие, которое постоянно стремится к обновлению и развитию. На данный момент у нас 61 километр протяженность контактных сетей. Более 180 километров протяженность маршрутных линий. 110 километров кабельных линий имеет в распоряжении, в обслуживании троллейбусный парк. 9 маршрутов, 76 машин, пассажирских машин. За 35 лет троллейбусным парком перевезено более 9 миллионов пассажиров. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буг-ТВ».